Для тех, кто сомневается, значит, когда лямбда-зонд первый на автомобиле накрывается полностью, вот это все выглядит вот так. То есть как только немножечко автомобиль прогрелся, включился лямбда-зонд, то есть на холодный он не работает, не дает никакие значения. Вот. Мотор прогрелся, лямбда-зонд включился и начал управлять двигателем. То есть вот так это выглядит. На ходу это выглядит, ну, то же самое. Машина также себя ведет. Давайте вот добавим оборотов немножечко. То есть постоянно пытается отрегулировать смесь в крайних пределах, я так предполагаю. Поэтому и оборот так сильно скачет. Вплоть до того, что двигатель может заглохнуть. Пробовал мыть я, там до этого видео есть, и кислоту, и, собственно, и то, и другой. В общем, все это фигня, ничего мне не получилось. Мыл, продувал, воздухом хорошо сушил, все равно вот... Собственно, все хуже и хуже. Не, ну хуже-то уже некуда. Вчера уже вот так вот было. Так что только замена. Только замена. И вот это вот все помыл там и так далее. Может быть, у кого-то и проходит. Но, скорее всего, все это ненадолго. Так что вот так вот. Все, спасибо.